Хорошо. Следующее упражнение. Выполняем по коже, на ручки расставляем стороны. Большой палец на легким углом направляем вверх, для того, чтобы создавать немножко подъемную силу. Опять же, груди удавливаются вниз, голова такая самая ровненькая, не шевелится. Руки расставляем для того, чтобы корпус сейчас не нужно, чтобы его вращать. Сейчас основная задача на прямую линию туловища и плавную работу. Задача понятна? 2 по 25 выдохов, 10-15 секунд на той стороне. Самолетик, ручки в сторону, большой пальчик немножко вверх.